из города Череповец. Я как житель Череповца уехал в 62-м году. Жил я на улице Металлургов, как и многие в Череповце до сих пор. Не знаю, там ли будет памятник. Если будет близко к моему дому бывшему, буду только рад приехать еще раз в один из любимых городов. А так, чего сказать, я как поэт Орлушев скажу: эй, люди добрые, ну че вы, давай бабло на Башлачева.